смотрите, куртивка, я куплю за 2 ваша. Это все мое. Это червоно. Все это я привез. Штучно, да, тоже? Полностью. Почему я им говорю, что камень я вам даю по 150 гривен, как фэм их стоит, по 150, но я ее ложу, и я корыто делаю. Мне, говорю, карьер должен 12 миллионов за то, что я им передравил щебень. Денег нет, дают. Забери бруки. Я забираю, тут трошки зарабатываю, там падаю, и получается видим бруки. Они говорят, армян, продай по 150 рублей. Я говорю, как можно? Это что армян?